Ветеран труда Югры и общества «Лукойл Западная Сибирь» удостоена благодарности Министерства промышленности и энергетики России. Занесена на доску почета Лангепаса. Это только самые значимые награды Валентины Колмаковой, женщины с неженской профессией. Общий трудовой стаж хрупкого оператора по добыче нефти и газа – 44 года, 36 лет из них в системе «Лукойла». В Беличьих угодьях она оказалась, будучи еще юной девчонкой. Тогда здесь не было ни города, ни комфортных условий для жизни. В общежитии нас поместили и распределили вот сюда, на Локосовское месторождение. Здесь еще города Лангепаса не было в тот момент. Это был 80-й год. Первопроходцы, приезжая покорять Западную Сибирь, понимали, что в первые годы становления населенного пункта трудности неизбежны. К ним просто нужно относиться философски. Осознавала это и коренная северянка Валентина Колмакова. Поначалу девушке приходилось работать вахтовым методом. Вахтами ездили. По 15 дней работали, 15 дней в Сургуте находились. Были в вагончиках, жили эти 15 дней. База цеха была на 203-м посту в то время. В 83-м году уже и деревяшки появились, двухэтажные дома, здания стали строить. С приключениями, причем большими, приходилось добираться и до рабочего места. Эти моменты до сих пор свежи в памяти Валентины Колмаковой. Но как бы ни было трудно, она всегда их вспоминает с ностальгической улыбкой. Мы добирались на вахтовках, ездили с автостанции. У нас бригада находилась на 210-м кусту, а цех сам на 203-м. Доезжали на вахтовках. А в летнее время у нас моста вот здесь не было. Переправлялись. Вначале была парелька в районе 203-го куста через эту протоку. А потом уже понтонный мост был. А автобусы уже намного позже стали, конечно, уже это. Начали с комфортом добираться до цеха. Тем временем качественно улучшалась и культура производства, и техническая оснащенность объектов. Тогда работа начала приносить не просто удовлетворение, удовольствие. Проблем во время трудового процесса возникало все меньше. Цеховые подразделения стабильно развивались, как и в целом производственное объединение. На глазах разрастался, становился комфортнее и Лангепас. Добиваться стремительного роста сразу во всех направлениях, по мнению Валентины Никаноровны, помогал не только большой труд, но и сплоченность первопроходцев. Ника Павлова, Олег Басарыгин. Специально для новостей.